Привет, коты! Это Жермес, это прямой эфир из Париж, Франция. Я хотел показать вам, умным парням, девчонкам, как выглядит университет Сорбонны, но самое интересное, оно рядом. Самое интересное просто рядом, да, коты? Что за дерево? Я вижу, это сакура, да? То есть она цветет розовым, да? Привет, коты, привет. Привет, котики! Смотрите, что творится. Экологический вид транспорта. Это обалденно. А тут что у нас, коты? Это коты-бимер. И какой-то он прям вот такой непонятный бимер, да. Он заряжается, да, вот от непонятной какой-то атомной фигни. Ого. Вот оно что. Да, и прям вот кто-то берет его и заматывает за зеркало этот шнур. Шнур — это парень, который поет вам в Питере пить. Да, это андроид, коты, андроид. Как качество, кстати? Чего там, ничего? Со звуком или с картинками? Или как? Или что? Я вам просто хочу показать, как, да, по-настоящему заворачивает зарядку в нормальные электромобили. Не то, что на наши дрочеры, да, которые там вот просто продрочат, стряхнут пыль там с себя сперва, а потом с помойки своей там все это покажут, обумстаграмится, скажут: «О, я заряжаю свою американскую говнопомойку отечественным электричеством». Здесь все нормально, да. Здесь все клево. Прям вот все настолько офигенно, что меня это реально радует. Я думаю, что в совке на самом деле, конечно, такое никто вам не забабахает. Что значит, где звук? Я говорю, алло. Что, не слышно? Я за экологию, коты. Просто прям за экологию, поэтому показываю вам, да, то, что нужно пользоваться возобновляемой энергией, но самое-то главное, знаете что? Вот просто, ну подумайте. Самое главное то, что у меня прямо сейчас, коты, день рождения. Вот прям вот день рождения и настоящий день рождения. Вот абсолютно вживую. Вот прям вот вживую. Я его так вот праздную экологично. Беру, вот, смотрю, как... Good morning, man. Как это все происходит, да? Нет, я не могу. У меня не то, что у меня вот такое, как бы, абсолютно экологический ДР. Хоп. Видели? Это бесконтакт. Бесконтактный секс. Спасибо, коты. И можно сравнить, да, вот парня, который вот так вот спокойно подъехал на своем обычном Рено, там, или как это называется, Пежо? Нет, наверное, Рено. Спасибо, кот. Спасибо. И это просто потрясающе по сравнению вот с олигархическими настроями вот каких-то таких вот вещей. Да, электромобиль, спасибо, брателло, спасибо. И на самом деле я очень рад вести этот эфир, как это называется, лайв. И вот так вот абсолютно показывать вам, потому что обычно, вы видите наверху Сорбонн, обычно я где-нибудь лежал бы размазанный, видите, что-то у них там не срослось, как-то вот как бы не получается. Да, спасибо, коты, спасибо. Вот, и с утра брал бы, that's good, брал бы чего, и бухал бы шампанским, и там чем, не знаю, спасибо огромное, спасибо. Вот, но мне реально вот нравится эта штука, что мы можем вот так вот взять в Сорбонне, прийти, припарковать самый экологичный транспорт, который даже не потребляет ни одного киловатта электроэнергии, а только его вырабатывает. Да покажи бэху. Вам бэха. Вот она, красавица. Ну, это практически Испания. Да, Сорбонна – это совершенно точно Испания. Вот, но со шнуром, это ж дастишь фантастиш, это какой-то замес, я не знаю чего, что как можно взять вот так вот и присверлить тачку шнуром. Да, конечно, крутая, офигенная. Ну, неважно, они же не знают, что снимают, они думают, что я разговариваю сам с собой или с вами там, с котами.
Ну, реагируют, не реагируют. Я иногда, в общем-то, говорю им там, привет, привет, братан, да, чтобы не угнали. Вот, чтобы что-то сделали. Собственно, вот коты. Очень корректный, быстрый, правильный репортаж вам. Да, 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 привет, Бартелло. Репортаж вам по перспективам развития автомобильного хозяйства, отрасли. И отрасли, я не понимаю, кстати, почему он занят. Отлично, отлично. И еще раз, посмотрите сюда. Вот сюда, 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 вот сюда. Хоп, я даже сделаю вам маленькое увеличение. Черт. Этот Samsung меня научил делать зум. Ну, просто такой зум, такой вот легкий зум. Показывать вам какие-нибудь надписи, чтобы было понятно, откуда спич, да. Так что под коты. Что там у нас? Как обычно это все называется? Любите друг друга, слушайте Сержа Азнавура. С вами был Жермес, и у меня сегодня день рождения. Люблю вас всех, пока.